Понедельник, 12 сентября, с самого раннего утра в главном здании Демидовского университета можно было услышать английскую речь, а актовый зал стал тем местом, куда устремлялись многочисленные участники и гости предстоящей научной конференции. Это ежегодное мероприятие, институт Крутого постоянно проводит эти конференции, объединяя различные вузы, прежде всего Англии, с участием некоторых ведущих вузов России. И вот в этом году, то есть, выбрали площадку Ярославского государственного университета. Это развитие университета и переход его, так скажем, на новый уровень работы, потому что даже на кембриджскую систему, там, которая довольно перспективна, то есть вот тут без доклада будет и на русском, и на английском, то есть минимальное количество перевода, больше языка, больше понятий. И задача наша, чтобы студенты научились, наши студенты начались разбираться в новых веяниях и умели слушать крупных специалистов, да, то есть вот на их языке. Среди участников конференции были гости из Великобритании и ученые, представляющие несколько городов России, в том числе и из Москвы. Поскольку программа составлена была вместе и русскими, и английскими специалистами, то здесь, в общем, рассматривается такой довольно понятный, простой вроде бы вопрос, на самом деле дающий очень сложные последствия, как печатное слово воздействует на представление о том, что такое есть английский, что такое есть русский, как это перемешивается, фактически о том, как печатное слово, подчеркиваю, печатное, да, то есть газета отзывается в искусстве. Всех участников мероприятия, собравшихся в зале, на двух языках приветствовал ректор Ярославского государственного университета имени Демидова Александр Ильич Русаков. And hope that the weather will help you not only to be very efficient at the conference parties and at the parties as well after the conference, and probably we'll have some time for the sightseeing in Yaroslav that is very present this part of the year, in the beginning of the fall. So good luck and be very effective at your conference. Благодарю нашим коллегам из Великобритании, очень благодарна коллегам из Московского государственного университета имени Ломоносова, часть которого мы когда-то были в нашей истории, она довольно сложная и длинная, начинается с 1803 года. Поэтому наше университетское сообщество всегда обсуждало вопросы идентичности, вопросы выставочной деятельности и роли университета. Сохранение публикаций на бумаге, не только электронных публикаций, и всего того, что создает во всех городах тот самый уровень, когда мы можем вполне назвать наш город университетским. Международная конференция объединила усилия историков и искусствоведов трех университетов – ЯРГУ, МГУ, Кембриджа и Британского института искусств Курто. Ну а тема моя – это библиотека Ярославской семинарии, духовный перекресток культуры, коллекции критической печати. Почему я тему выбрал, поскольку когда пошел работать в музей, в том числе, мне предложили нужно каталогизировать, то есть компьютерную систему, занести книги на немецком языке, которые готического шрифта, у меня вторая специальность немецкий язык, я этим занялся и занимался этим в течение практически 5 лет. Время от времени там на полгода отрываясь от этого занятия, возвращаясь к нему и занимался занесением этих книг, описанием археографии в компьютерную базу. Научные дискуссии, пленарные выступления и доклады, звучащие в течение 2 дней в стенах Демидовского университета, способствовали главной задаче конференции – исследованию истории выставочного движения и книгопечатания как проводников межкультурного диалога в формировании национальной идентичности России и Великобритании.